it's a first game in the year, it's always a hard game. Timing and everything is a little bit hard, but... Первая игра в году всегда очень тяжелая. Все в этот момент дается с трудом. Хорошо, что мы выиграли. Сегодня было много удалений. Настолько тяжело было играть. Было немного непривычное судейство. К тому же мы не играли 3 месяца. Поэтому иногда, может быть, слишком усердно орудовали клюшками. Так обычно бывает на предсезонке. Когда матча 3, ты получаешь слишком много удалений. Но к началу чемпионата все будет нормально. Вы женились. Имеет ли для вас это значение, когда вы выходите на лед? Да, это всегда важно знать, что кто-то ждет тебя дома, заботится о тебе. Это здорово, когда у тебя есть жена. Не нравится быть женатым человеком. У вас ведь сейчас должен быть медовый месяц. Да, я провожу свой медовый месяц в Юрмале. Когда-нибудь в следующий раз куда-нибудь съездим. А сейчас время работать.